Уильямс, Санта-Клаус, Северный полюс. Люблю запах рождественских пожеланий по утрам. Минди, ты всех нас задерживаешь. Люди и их пожелания – самые важные вещи для нас, эльфов. Их счастье в наших руках. Минди, мне кажется, что Бенни уже сказал тебе, что на Северном полюсе не бывает ошибок. Но это просто... Нам важна работа всех и каждого. У каждого эльфа есть своя особая роль. Я отправил тебя на почту, потому что кроме таланта конструктора, у тебя есть еще куча других талантов. Да! Боже! Я же могу подрабатывать конструктором, да? Ходить в лес. Не смей мне перечить, нахалка. Это твой отец виноват. Совсем тебя разбаловал. Прекрати убивать животных ради забавы! Серьезно? Разве лес твой? Но и не твой. А ты дерзкая. Что это? Приглашение на бал? Лучше выбери девушку поскорее, а не то я решу за тебя. Они волшебные. Выдох. Встречи.
вам помочь? Да. Я ищу духи для жены, но не разбираюсь в них. Для этого здесь я. Прошу вас. Для начала скажите, какое время суток любит ваша жена? Скорее утро. Любимый цвет? Розовато-оранжевый. Коралловый. Точно. Кто ей нравится из Битлз? Пол Маккартни? Как вы угадали? Цветок? Это я знаю, ландыши. Они были в ее свадебном букете. Белые цветы, глупые любовные песни. Ей подойдет легкий цветочный аромат с пряной основой. Это моя жена. Чудеса. Принцесса Элизабет. Названы в честь очень красивой женщины. Великолепно. Упакуйте, пожалуйста. Я вернусь через 10 минут. Я еще не все купил. Разумеется. Отлично, спасибо. Рождество. О, есть! Волшебное время, когда все члены большой семьи собираются вместе и благодарят Бога за то, что такое случается лишь раз в году. Это Шарлотта Купер. Счастливого Рождества! Она одержима одним непреодолимым желанием. Мы собираемся вместе лишь раз в году. Я хочу, чтобы все запомнили идеальное Рождество. Вот эта улица. Мы встретим идеального Санту! Года! Кажется, тут их распродажа. Он существует? Ее дочь Леонора застряла в поисках идеального парня. Все просто мечтают устроить мою личную жизнь. Да, мы едва знакомы, но побудь моим парнем хотя бы один вечер. С какой стати? Мои родители будут счастливы. Надо только договориться, сколько мы уже встречаемся. И как тебя зовут? Бэнг! Ее сестра Эмма подбирает идеальный подарок. Это недоразумение. Зачем вы взяли в рот брошку? Я думала, это леденец. А ее сын Хэнк ловит кайф от жизни отцом-одиночки. У Мэдисон теперь новый стиль общения, только в обморок не падайте, ладно? Скажи привет дедушке с бабушкой. Привет, Мэдисон. Но ты, старый пердун. Папа, не надо. А планы у нас смех и радость. Это Рождество. Счастье по расписанию каждый год. Что бы ни случилось, мы одна семья. Они. На какой скорости мы поедем? Мам, пап, это Джо. Мы помолвлены. Mm-hmm. Так выпьем за это. Я алкоголик. Это шутка. Шутник. Люблю сострить. Ах ты. Бабушка и дедушка потерявшейся девочки, подойдите к кассе номер 5. Где ты, пердун вонючий? О, замечательно. Привет. Слушай, мне зачем-то твой босс сегодня позвонил, когда я уходила. Санта или мэр? Господин мэр, я... Кортни, уже познакомилась с Ноа Трембле? Да. Здравствуйте. Вы, кажется, хотели меня видеть. Проходите. Мы тут пересмотрели бюджет и поняли, что город больше не в состоянии субсидировать содержание городского катка «Овал». Что его спасет? Рождественское чудо. Ладно, я постараюсь это чудо обеспечить. Давай помогу встать. Как тебя зовут? Грейс. Грейс, а я Кортни. Теперь слегка оттолкнись зубцами и скользи. По вторникам и четвергам я занимаюсь с детьми ее возраста. Приходите. С Рождеством! С Рождеством! Я понятия не имел, что город собирается закрыть «Овал». На что я надеялась? Мне ни за что не собрать 135 тысяч долларов. Привет, Кортни. Это мой папа. Это ты? Найдешь время на кофе? Этот парень всего лишь самый завидный жених всего Вустера. И владелец скрытого ледового комплекса. Главная причина, почему «Овал» закрывают. Может, объединимся в поисках способа спасти «Овал»? Что ты предлагаешь? Запустить кампанию рождественских поздравлений. Завалим его стол открытками. Это не изменит того, что нам не на что содержать каток. Пошли сфоткаемся с Сантой. Отлично.
Колокольчики звенят, колокольчики звенят. Слышишь нас, они манят? Ну вот. Зоуи, не надо. Зоуи, так нельзя. Нам нужна семья, чтобы помочь устроить одну сделку. Джентльмены, я и моя дочь не продаемся. Извините. Скажи мне, ты не забудешь, что мистера Филда надо называть папочкой? Думаю, я справлюсь. Папочка. Давайте. Дай. Ты порезала мои сигары. Тебе вредно курить. Я готова. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер. Вы удивительно счастливый человек. Иметь любящую жену и очаровательную дочь. Очень счастливый. Пока. Мы договаривались только о двух днях. Я тоже не в восторге от этого. Я вышла замуж, появилась Зоуи. Джерри уехал, и все изменилось. Мама, мама, я боюсь. Мама, мамочка, он ангел. Проснись, это Рождество. Я хотела, чтобы вы посмотрели им в глаза, перед тем, как вышвырнуть их на улицу. Для этих людей достаточно работы в других местах. И теперь я начинаю понимать, почему ваш муж оставил вас. Ты не мой папа. Держись, я иду. Всемирно известные сказки. С Новым годом! Санта пришел! Санта! Есть у тебя какие-нибудь особенные желания? Есть вообще-то. Но, наверное, уже поздно. Крутись, колесо фортуны! Попытайтесь счастья за одну крону! Она тебя увидела, правда? Мама! Это лучший в мире медвежонок, и он живой. Я создан для великих дел. Тот, кто меня выиграл, должен быть богат. Да ладно, ты простая мягкая игрушка. Билетик, а где же Мишка? Его уже выиграли. Как, серьезно? Ау, есть кто живой? Иди сюда, обнимашки. А ты кто? Бола. А я Тедди. Перестань думать, что все вокруг живое. Я больше не буду фантазировать, честное слово, я исправлюсь. Ты же мягкая игрушка, как и я. Я не мягкий. Ты что, до сих пор еще не понял? Это Мишка, пойду и заберу ты его. Ты что, крадешь медвежонка? Тихо. Кто там? Только осторожно, прячемся. Надо найти укрытие. Отличная идея, Тедди. В этой голове не только вода. Как ты думаешь, где сейчас наш Мишка? Я не знаю, но надеюсь, что он там очень счастлив. Как-то высоковато. Ерунда, смотри, как мы сейчас сделаем. Ладно, давай сначала ты. Хорошо. Свобода, я иду к тебе! Приключения Тедди. Вот что значит мягкая игрушка. Теперь ты понял. Не все медведи спят зимой. 8:35, канун Рождества. Джек Кэмпбелл еще в кабинете. Это в твоем стиле, потому что ты думаешь только об одном. О деньгах. С Рождеством. Самый необычный подарок на Рождество. А что нужно тебе, Джек? У меня все есть. Подарок, который нельзя купить за деньги. Вы уже проснулись. Нам нужно открыть наши подарки. Путешествие в
в иную реальность. Извините, вход только для постояльцев и гостей. Это рождественская шутка? Послушай, у тебя много дел. Тебе немного за 30, у тебя дом, дети, денежные обязательства. Ты думаешь, что это не та жизнь, о которой я мечтал? И кто просил Санту делать такие подарки? Должно быть, я пил это каждый день. Николас Кейдж, Теа Леоне. Семейное счастье дороже всех денег мира. Ты пропустил Рождество, Джек. И вы в это верите? Семьянин. Чудо на 34-й улице. Он думает, что вы Санта-Клаус. Так и есть. Какой секрет? Про Санта-Клауса. Он не настоящий. Кто тебе сказал? Мама. Я и год назад в него не верила. Но мама купила мне все, что я просила. Вам не кажется, что он сумасшедший? Он всерьез считает себя Санта-Клаусом. Если я заставлю вас поверить, то для меня еще есть надежда. Вот что я хочу на Рождество. Дом, братика и папу. Это обручальное кольцо. Если это правда, значит, ты глупец. Спектакль окончен, разойдитесь. Человек, с которым случилось что-то плохое. Тот, кто нам дорог. Тот, в которого мы верим. Я опозорил себя. В четверг решится, сидеть ли вам за решеткой. Я ваш адвокат. И вместе мы докажем, что Санта-Клаус есть, и что это вы. Вы считаете, что вы Санта-Клаус? Да, конечно. Он летает только под Рождество. Все с ума сошли. Санта-Клауса нет. Когда все другое, во что я верила, оказалось ложью, да, я стала несчастлива. Рабочие коммунальщики, мы верим. Профсоюз металлургов верит. Ирвин и Джоан верят. Ребекка верит. Мы верим. Легендарный фильм Тима Бертона. Золотые билеты достанутся тем детям, которые едят шоколадные плитки каждый день. А наш Чарли только раз в год. У него нет шансов. История о 5 золотых билетах. Это Вилли Вонка. И фантастическом призе. Даже я съедобен. Наслаждайтесь. Чарли и шоколадная фабрика. В этом месяце на ТВ-1000 комедия HD. Panie, nie widział pan takiego dzieciaka, mały taki, w sensie mój syn, Kazik. Za dziadkiem poleciał. Jeszcze pan nie chce żyć, może? No to chce żyj, no! To chce żyj, to chce na łyżwy iść. Wigilię spędzam z żoną. Małgorzaty nie ma. Zrozum to wreszcie. Jak jesteśmy sobie przeznaczeni, to się spotkamy. Bardzo chciałbym cię zaprosić, ale niestety nie mogę. Syneczku, przecież to nie jest twój dziadek. Jest, bo się przyznał. Nie widzisz, że świat daje ci znaki? No wiesz, że w Wigilię wszystko może się zdarzyć. Wąchanie ty! I co się gapisz? Mamy nie ma. A gdzie jest? W depresji, przez pana. Mówiłeś, że w Wigilię to muszą być razem. Rodzina, i tata, i syn, i przedupa. Kochani, uwierzcie, naprawdę cuda się zdarzają. Kocham cię. Schęć dziadkowi Gibona. Jeśli w ciągu 2 godzin się nie odezwę, stracę wszystko. Problem w tym, że ja cię chyba nie kocham. Kocham cię. Rodzinę nie musisz założyć, bo zawsze byłeś taki bez taty. Dlaczego mama mi nie powiedziała o tych listach od ojca? Dlaczego mama o tym w ogóle nie wspominała? Bo to drań i obrzympała.
Ta suknia. Jaka suknia? No ta, z nieba. Weź, nie pierdol. A potem, no to wiecie, jak to w lecie, nie? Seks, 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 seks. Jesteśmy młodzi. Musimy czuć wiatr we włosach, dopóki jeszcze są. Bawi mnie to, bo to są może moje ostatnie chwile, Szczepan. Może ja mam na przykład guza mózgu. Gdzie? W dupie. George Bailey, я буду любить вас до самой своей смерти. Я достану тебе луну, Мэри. Я возьму ее. Вот и они! Добро пожаловать в дом, мистер Бейли. Говорили, все за то, чтобы ассоциация осталась. Только при одном условии. Каком? И это самое главное. Они требуют, чтобы ты, Джордж, остался исполнительным секретарем вместо отца. Ангел второй ступени. Что ты говоришь? Лучше бы я совсем не рождался. Твое желание исполнилось. Ты не родился. Энни, где вы? Их здесь нет, Джордж. У тебя нет детей. Где они? Мэри.